как-то не по-русски написано. Так, ну вот обратный путь домой, и вновь он у меня такой на ходу многое решается. Буквально там вечером купил билет на поезд, до Гданьска еду на поезде, потом на машине, потом вплавь, потом на лошади, и потом только с Калининграда в Москву на самолете. Вроде бы везде должен успеть, но это не точно. Третий перрон, нам сюда.